Пан Вальдемар, какие у вас ожидания от этой стадии Лиги Европы? Какие у вас ожидания от соперника? Які очікування від Динамо Мінськ і від Ліги Європи, панство? До кого питання? То до головного тренера. Dzień dobry państwu. No, jakie oczekiwania? Wiemy, że tak jak w tym roku система Ligi Европы немного претерпела свои изменения, но такой выпал жребий, нам достался достаточно серьезный соперник, еще и на чужом поле, но и мы знаем себе цену и готовы участвовать, готовы сражаться, дабы выйти в следующий этап Лиги Европы. Еще вопрос главному тренеру. В прошлом году Пиаст встречался в Лиге чемпионов в квалификации с Батэ, но состав Пиаста претерпел довольно большие изменения, как минимум 4 игрока основного состава покинуло команду. Как вы считаете, стал ли Пиаст в этом году сильнее, чем Пиаст образца прошлогоднего? Да, в прошлом году мы участвовали в играх, но это был совершенно другой турнир. Но это не значит, что в этом году мы стали слабее либо сильнее. На данном этапе футболисты Пиаста достаточно квалифицированы для решения вопросов, связанных с нынешним чемпионатом, нынешней Лигой Европы. И вопрос к капитану команды насчет игротских ожиданий, ожиданий команды от соперника и от завтрашнего матча. Я не знаю, как будет в этом матче, в завтрашнем. Точно не хотелось бы повторения прошлого года, когда мы не смогли пройти ни в Лигу чемпионов, ни в Лигу Европы. В этом году мы настроены не просто участвовать, а победить и пройти дальше в следующую стадию. Добрый день. Вопрос для главного тренера. Какая ситуация сейчас травмированная в команде? Все ли здоровы, все ли хорошо? Практически все готовы играть, все находятся в более-менее нормальной форме и все готовы завтра выходить. Два ваших игрока 2 года назад играли против Минского «Динамо», это Гук и Вида. Вы вели какую-то беседу насчет этого с ними? Не очень понимаю этого вопроса. Тренер разговаривал с этими двумя игроками, они какие-то вещи ему рассказали, но основное, то, что есть, они покажут на поле и, в принципе, в матче. Также для главного тренера. Жир и Сверчок – это ваши главные трансферы этим летом. Оба они выходили на замену в эту субботу. Как оцените их общую физическую подготовку? Эти два футболиста не так давно присоединились к нам, однако сейчас они находятся в достаточно хорошей форме. Мы потихоньку вводим их в состав, и они станут усилением. Единственный вопрос, который есть сейчас, в отличие от белорусской лиги, наш чемпионат еще не проводится, поэтому кондиции у всех футболистов примерно на одном уровне, однако это не должно повлиять на игру в целом, и мы должны показать хороший результат в завтрашнем матче. И последний вопрос для игрока. Вы не играли в субботу и не были даже на скамейке запасных. Если не секрет, то почему? Это не секрет. В субботу меня просто не было в составе, но сегодня я здесь и завтра готов играть. 100% здоровы и готовы на завтрашний матч. Вопрос к тренеру команды. В субботу прошел первый тур экстракласса, в котором вы уступили Шленску. Был ли этот матч сыгран с прицелом на завтрашний матч Лиги Европы? Нет, до этого матча приступили мы. Нет, матч в субботу мы проиграли из-за того, что пропустили в самом начале, сами не смогли забить и, к сожалению, проиграли, но этот матч не является подготовкой либо репетицией к завтрашнему матчу Лиги Европы.
потому как это абсолютно два разных турнира. Экстракласс — это одно, Лига Европы — совсем другое. И последний вопрос к тренеру. Как вы считаете, то, что вот чемпионат Польши, в чемпионате Польши был сыгран только первый тур, а чемпионат Белоруссии сейчас находится в самом разгаре, не дает ли это какое-то преимущество домашней команде в плане физической подготовки и кондиций? Напевно, есть якийсь хандикап для дружины. Да, есть определенная фора у «Динамо», однако то, что мы сыграли всего лишь один тур, не означает, что мы не тренировались, не было спаррингов. Мы также готовы, и только завтрашний матч покажет, какой результат у нашей команды будет и на каком этапе развития мы находимся.